все-таки я решила еще заснимать, потому что здесь все такое хорошее, все такое красивое. $10 всего лишь. Ну, может, маленький размер. Сейчас я посмотрю, какой маленький размер. Girls. Для девчонок маленьких. И $5 недорого. Но они, может, синтетические. Вот что. Вполне возможно. Так что я продолжаю снимать в Маршалсе, в Санта-Розе. Потому что мне этот магазин понравился. Хоть я и зареклась дешевый магазин не снимать. Вот когда я была в Петалуме в этом... Ой, это для собак. А это, может, для кошек. Что? Там я в TJ Maxx была. TJ Maxx была. Мне он так не понравился, что я сказала, больше в такие магазины ходить не буду. Ну вот хожу здесь, и мне нравится. Вот детское много всего. Так. Ну, вообще похоже на синтетику. $32 с этими. А, с юбочкой, да. И платьишко, и юбочка. Тебе, пожалуйста. Поэтому, может, и $32. Что-то не похоже все на ХБ. В такое лучше не одевать ребенка. Да, это тоже. $10 вообще это не хлопок. Так, мужское. Хорошая сумочка, вижу. Атлетик. $10 стоит, легенькая. Ну, такая вместительная она. Так, это тоже $10. Цветочки и пальмы. По-моему, это чтобы плавать. Так, СК. Это, наверное, Calvin Klein. Вот это. Так, синтетика. Это на клиренсе вот это вот. Если вот такая круглая, только она не крутится. Это все на клиренсе. Так, $10 вот такая. Но это маленькие очень размеры. Это мужская. И это тоже мужская. А это вообще стоит 15. Так, вот такая синтетика. То ли сердечки какие-то, то ли рогатки какие-то. $12. Так, это для маленьких детей. Я как-то все сумбурно показываю. Но опять-таки очень маленькая вот эта вот ножка. Я еще не выставила то видео с Корта Мадейры. Я почему-то все время «ех» говорю. Надо говорить «Корта Мадейра», а я все время «Мадейра» говорю. Не выставила там в этом «Банан Репаблик». Я показывала маленькие детские носочки. Еще не выставила. Ну, выставлю к этому времени, пока я Marshalls буду загружать. Сегодня 3 часа загружала. Вчера 2 часа. Так, $10 ХБ. Чемпион. Ой, мишка зеленый. А это не, или не мишка, это какой-то вот... Кто это такой? Вот это называется пылесборник дома. Какой-то травяной или водяной Харли. Давайте я туда пойду. Вот Харли. Легенькая такая. Ну, это для спорта. У меня уже горло болит. Столько говорить. Извините. $16 ремни, не кожа. Вот это вот нужная вещь. Вот. Вот это хорошая вместительная. Сколько она стоит? Мне нужна. Я ее не показывала. Она у меня из той серии, как вот этот для этих девайсов. Нет, не девайсов, а что для этих. Для зарядок. А, это мочалка. Для зарядок у меня вот такая есть, баллоневая, которую я за $7 покупала. Я еще ее в Таха там показывала. И вот такая же у меня есть на этот. Ну, она маленькая, там мало чего помещается.
Я сейчас ее ношу. И в нее много не влазит. Это всякие типа как косметички мужские. Это вот хорошие вещи, вот, чтобы дома не валялись мужские вещи. А я, например, туда шнуры кладу. От айфона. Боже, это же не мужское. Это вот блестящее такое. AirPods. Так, $7 стоит вот это вот для AirPods. Так, и еще на одну я американку подписалась на английском языке. Она дает советы по путешествиям, чтобы путешествовать и какие вещи нужны. Вот она всякие такие вещи показывала. $4 стоит Сарина. Что удобно для путешествия, что неудобно, что одевать, что не одевать. Ну, наверное, я тогда сюда скину эту ссылку на эту. Ее Глория, что ли, зовут? Так, непонятно, что это. Так вот, я что хочу сказать. Я вот на американок сейчас подписалась. Я их слушаю, я понимаю. Ну, может быть, я не все понимаю, но 50% это точно я понимаю. И я вот сегодня поняла свою ошибку, как учить английский. Но только мне сейчас что-то неохота рассказывать про это. Ну, наверное, расскажу все-таки. Когда начинаешь изучать английский, надо все время ставить цель, для чего ты изучаешь. Для того, чтобы его преподавать, для того, чтобы знать грамматику, чтобы там в университете учиться. Или разговорный, чтобы в магазине не пропасть, в ресторане не пропасть. Непонятно, что это. По-моему, это вот такой топ без бретелек. Вот так я думаю. И когда ты ставишь такую себе цель, тогда легче английский учить. Если ты начинаешь копаться в каждой буковке, в каждом значке, конечно, ну, чтобы преподавать, допустим, конечно, ты так не выучишь английский язык разговорный, чтобы свободно на нем говорить. Потому что это займет очень много времени. Все это. Так, это зарядки, по-моему, всякие. Да. А если вот так вот, чтобы, допустим, слушать, понимать блогеров английских, потому что они такие хорошие советы дают, ценные, где как сэкономить, где на что подписаться, где что бесплатно, где чего. В общем, очень хорошие. Вот их надо обязательно смотреть, этих блогеров. Хорошая платьишко. И уже вон пятно есть, $25. Синтетика, по-моему. И чтобы, допустим, в магазине разговаривать или еще где-то разговаривать. Это уже другой английский, конечно, его надо по-другому учить. И его, конечно, ты быстро выучишь. Но даже если понимать это, тоже хорошо. Если ты смотришь блогера английского и понимаешь 50%, это тоже неплохо. Ну, а если ты еще и будешь разговаривать так простыми фразами, тоже хорошо. А мне же надо обязательно вот так вот все досконально. Так, в таком возрасте, конечно, английский не выучишь. Я здесь хожу, мне одежда здесь не нравится, поэтому я, наверное, буду отключаться. $30 вот такое платьишко. Еще и карманы здесь есть. Нет, может, кому-то идет такое, но вообще мрачновато. Так, шортики. Ресайкл деним. Все, наверное, отключаюсь. Ну, конечно, хороший магазин. Здесь много есть что снимать. Вон очки даже есть. И девушка примеряет. Ну, средняя цена там у этих очков $8-10. Здесь я была, что ли, уже. Всякие эти косметички. Причем я вот смотрю на этих блогеров американских, да. Они показывают, как они покупают сумки. И между делом они покупают вот в таких дешевых магазинах, там, если они Coach покупают там или Louis Vuitton покупают. И между делом они надо вот такое покупают дешевое и показывают тоже. Ну ладно, я отключаюсь. Я уже это обещала, что я отключусь сейчас. Я вот люблю такие вещи, да, но уже дома и складывать некуда. Вот это, по-моему, лицо катать, чтобы это, ну, чтобы приятно было. Типа как массаж, типа как помогает. В это я не верю, конечно. Сейчас столько народу сюда набежало, столько девчонок. Ну, одеты скромно, я скажу, девчонки. Всякие, какие хочешь, девчонки.
Ну ладно, пока.